Выбивать битыми фигуры для этих ребят не в новинку. Турнир по городошному спорту стал для сотрудников РФИАТ СВНЕФ уже традиционным и идет в зачет спартакиады работников ядерного центра. В этом году в нем приняли участие 11 команд. Сами соревнования проходят в следующем режиме. Это каждой команде. В команде принимает участие 4 человека. И каждой команде на всю игру дается 24 биты. Каждый участник бросает по очереди по 2 биты. И та команда, которая набирает большее количество выбитых фигур, та занимает, соответственно, лидирующее место. Городки – один из самых древних видов спорта. Его история насчитывает уже более 400 лет. Он зародился и развивался в России. В свое время поклонниками этой игры были Александр Суворов, Николай II, Лев Толстой и многие другие выдающиеся личности. Лично, на мой взгляд, как таковой этот патриотический вид спорта, он интересен, должен быть любому мужчине. Спокон веков развивался чисто русский вид спорта. И в нашем городе это было настолько увлекательно. По словам участников соревнований, городки не такой простой вид спорта, как может показаться на первый взгляд. Бита весит от 2,5 до 4,5 килограммов. И чтобы добросить ее до фигуры, которая находится на расстоянии 13 метров, необходимо соблюдать определенную технику, которая дается далеко не каждому. Самое основное – это бросок ногами. Вот, многие думают, что многие бросают руками, вот, но если вы побросаете руками, то у вас руки будут болеть. Это учитывая, что у серьезных спортсменов бита весит от 4 килограммов и выше. То есть, ну, это порядочно. И основной бросок происходит толчком ногой и кручением. Вот, то есть, ну, как в боксе, можно сказать. О правилах и тонкостях городков Николай Галанов знает не понаслышке. Он увлекается этим видом спорта с детства. В 11 классе даже получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Сейчас заниматься городошным спортом профессионально уже не хватает времени. Но молодой человек старается поддерживать форму, регулярно принимает участие в турнире и помогает коллегам освоить этот непростой вид спорта. Я бы не сказал, что он азартный, но когда сбиваешь фигуру, и она красиво улетает, прям за душу берет. Когда я приехал в 11 году и первый раз пришел на городошную площадку, здесь народ кидал кто как, кто на что гораст. Вот. Но потихонечку, помаленечку, все начинают приобретать какую-то технику. Я подсказываю что-то, показываю. И, соответственно, сейчас уже, ну, вышли на уже... Конечно, не совсем серьезный уровень, но уже могут показать уже что-то. Первенство по городкам проходило 2 дня. Всего в нем приняли участие более 40 сотрудников различных подразделений РФИАТ СВНЕФ. 1 июня в Республике Крым прошел первый всероссийский турнир по тактическому троеборью в категории «Дети до 13 лет». Он был посвящен 5-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и получил знаковое название «Крымская весна». Всего участие в соревнованиях приняли 17 команд из России и Республики Крым. Наш регион представляла команда Центра военно-патриотического воспитания при Саровском монастыре ВСК «Казачий острог». В ее состав вошли Роман Кожевников, Михаил Скуратов, Павел Дрехленков, Егор Павлов, Герман Харитонов и Варвара Ламзина. В упорной борьбе саровчане победили соперников и заняли первое место. 2 июня в поселке Шатки сборная детско-юношеской спортивной школы «ИКАР» показала отличные результаты в областных соревнованиях по плаванию, посвященных Дню защиты детей. В команду вошли воспитанники тренеров-преподавателей Романа Розенкова и Виктории Шалыгиной. Со счетом 3-3 завершился первый домашний матч футбольного клуба «ИКАР» с дзержинской командой «Химик Салют» высшей лиги чемпионата области. За Саров забили Вячеслав Феоктистов, Алексей Борькин и Борис Тугушев. Активист клуба «Восход» Данила Ларионов уже давно распланировал свои каникулы. Этим летом он будет работать в команде на дворовой площадке, обещая, что будет много новых конкурсов и увлекательных мастер-классов. Готовим мероприятия на каждый день, чтобы развлекать детей новыми играми, интересными играми, чтобы им было
что запомнить от этого лета? Песенные, танцевальные флешмобы, подвижные игры, спортивные соревнования и много других интересных и увлекательных занятий приготовили для юных саровчан активисты и педагоги Центра внешкольной работы в рамках проекта «Дворовая практика». Замазывать 10 – это будет спортивная площадка. Больший упор будет на спорт. Если мы говорим про Московскую 21, то там в основном творческая площадка. Мы не должны забывать, что это год театра. Поэтому все будет посвящено театру. Арт-объект, эта площадка будет как арт-объект. И ребятам будут предложены различные мастер-классы и творческие задания. А еще одна площадка на Силкина 20, она также будет посвящена здоровому образу жизни. Новшеством этого года станут летние дачи. Это краткосрочная программа только для воспитанников Центра внешкольной работы. Педагоги предложат ребятам разнообразные формы деятельности, мастер-классы, соревнования, конкурсы. А подростков приглашают в трудовые лагеря. Ребята, которые будут в трудовых бригадах работать, это портные и подсобные рабочие, которые выполняют заказ города. Одни шьют костюмы для городских мероприятий, а другие делают реквизит для городских мероприятий. В течение июня месяца они работают на базе двух клубов – это «Здоровье» и «Чайка». Также в этом году планируется открыть дополнительные площадки на стадионах 13-й школы и 2-й гимназии. На этих объектах, а также на хоккейной коробке по улице Куйбышева педагоги будут организовывать футбольные команды. На дворовых площадках ребят ждут с понедельника по пятницу с 4 дня до 8 вечера. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. На запасном поле стадиона «Икар» в эти минуты проходит игра в рамках чемпионата города по футболу. За моей спиной встретились команды «Кансар» и «Арсенал». Для «Кансара» это уже вторая игра, и она обещает быть интересной. Команда давно знакома с саровским болельщиком. На футбольных полях нашего города она играет уже около 10 лет. Сейчас команду возглавляет один из старожилов Роман Глушков. Он высоко оценил шансы на победу во втором туре в игре с «Арсеналом». Будем надеяться, что мы выиграем. Шансы, в принципе, есть с этой командой, которую мы сегодня играем с «Арсеналом». Мы уже встречаемся, так сказать, не первый раз, уже соперника знаем, но они также знают нас. Ну, постараемся сделать все, чтобы победить. В прошлом году «Кансар» выступал во второй лиге чемпионата города по футболу и занял 3-е место. В этот раз команда также входит во вторую лигу. Всего их 2. Лиги поделили по силе команд. То есть есть команды послабее, есть команды посильнее, у которых там более сыгранные коллективы, которые, ну, люди, которые всю жизнь там футболом, допустим, занимаются, там с детства занимались в футбольных школах, потом вот сейчас вот, так сказать, работают и продолжают играть вот в этом любительском чемпионате. Подготовка к игре начинается для «Кансара» задолго до самого матча. Много внимания команда уделяет теоретическим основам и обсуждению тактики. Также не остаются в стороне усиленные тренировки. Мы тренируемся минимум 2 раза в неделю командой, плюс по отдельности каждый там со своими какими-то рабочими коллективами люди играют. Помимо чемпионата города еще есть соревнования на Кубок Сарова. Они проводятся между обеими лигами и всеми командами. «Кансар» сделал ставку именно на Кубок. Кубок проходит на вылет, то есть есть сетка, команды выстраивают согласно сетке и играют между собой. Проиграл, вылетел. Остается меньшее количество раунд, проводится опять жеребьевка, опять идет игра, проиграл, вылетел. Остается финал, 2 команды, и они, собственно, уже разыгрывают кубок. Розыгрыш кубка начнется после того, как пройдет первый круг чемпионата. Пока же на запасном поле стадиона «Икар» практически каждый день проходят игры между командами обеих лиг. В первой лиге 6 команд, они будут играть 3 тура. Во второй 7, они встретятся с каждым своим соперником 2 раза. За проведенный матч команда получает очки. За победу максимально 3, за ничью 1, за поражение 0. Победителем станет тот, кто наберет больше всех очков. Сам чемпионат будет проходить до октября. Пока у «Кансара» есть все шансы занять призовое место. Уже в первые минуты матча «Кансар» распечатал ворота соперника и уже через треть периода отправил еще один гол. Давайте узнаем у болельщиков, что они думают о сегодняшней жаркой игре. Мы за «Кансар». Они чемпионы, они классно играют. Молодцы. Да, особо ярких впечатлений не испытал, увидев сегодняшнюю игру. Призываю, в принципе, болеть всех за ФК «Терем». Я болею за красивый футбол, интересную игру. Игра с «Арсеналом» закончилась победой «Кансара» со счетом 4-2. Следующий матч команда проведет 14 июня против «Вымпела» на запасном поле стадиона «Икар». На матч приглашают всех любителей футбола. Вход свободный для лиц старше 12 лет.